Компания Медисана, помимо медицинских приборов, также пытается покорить сферу ухода за телом. Они выпустили прибор для маникюра и педикюра, и после их глюкометров, термометров и прочих ультрамодных медицинских девайсов я с большим нетерпением и интересом ждала, когда же Медисана MP820 попадет ко мне в руки. Пользователи данных наборов могли заметить, что устройство отличается от большинства приборов для маникюра. Оно более эргономично, корпус обтекаемый и выглядит серьезно. При условии, что мы сравниваем MP820 с приборами для домашнего использования. Если сравнивать его с устройствами в салонах красоты, то и тут Медисана MP820 выигрывает по всем параметрам. Попробуйте хоть раз сходить на салонный аппаратный маникюр, и перед вами окажется непонятный ящичек, похожий на мини-копию дефибриллятора. Корпус девайса выполнен из качественного пластика в гармоничном сочетании белого и серебристого, с ярким акцентом в виде декоративной полоски фиолетового цвета. Она окантовывает основную кнопку управления, отвечающую за скорость вращения. Также вы найдете еще одну кнопку ползунок, при помощи которой можно установить направление вращения против и по часовой стрелке. Это необходимо при обработке правой или левой руки. Сборка прибора отличная, все детали подогнаны. В руке он лежит эргономично, удобно. В наборе имеется 4 насадки, 3 сапфировые, конусная маленькая и плоская, а также мягкая войлочная. В комплекте вы также получаете мягкий чехол для хранения устройства. Питается девайс от сети, но также есть встроенный аккумулятор, работающий в максимально заряженном состоянии около 15 минут. При подключении Медисана MP820 к питанию достаточно передвинуть кнопку ползунок, и прибор запускается. Как и любое другое устройство с оборотами, его следует запускать последовательно. Не сразу на максимум, но так, чтобы он прогрелся. Таким образом, вы продлите срок службы. Радует плавная регулировка оборотов вплоть до 11 тысяч на максимуме. Еще из бонусов от производителя есть автоматическое отключение при чрезмерном надавливании. Насадкам следует уделить особое внимание, поскольку они являются ключевым моментом этого прибора. Аппарат Медисана MP820 хоть и предназначен для домашнего использования, но фрезы у него имеют евростандарт. То есть вы также можете применять любые насадки с профессиональных приборов. Диаметр хвостовика насадок составляет 2,35 мм. Насадки, которые входят в комплект, сапфировые и предназначены для ухода за натуральными ногтями. Если у вас искусственные ногти, можно отдельно купить набор или необходимую насадку для коррекции искусственных ногтей, и они подойдут к нашему аппарату. Насадки очень качественны и, что радует, ничего лишнего. Они предназначены для бережной обработки огрубелостей и мозолей кожи рук и ног, для обточки ороговевших ногтей, для придания формы, для удаления вросших ногтей и их полировки. Две светодиодные лампы освещают зону обработки и пригодятся при работе в условиях плохого освещения, например. Я в восторге от этого изобретения, которое значительно облегчает жизнь каждой девушки. Аппаратный маникюр мягко и деликатно ухаживает за кожей рук и ног. А что касается конкретной Медисана MP820, то это устройство по качеству на порядок лучше, чем большинство аналогов.